Недруга страны предупредил, цитата, «пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Пообещал регионам России дорогие коммерческие кредиты заместить дешевыми бюджетными. Глобальные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере туризма. А еще дал поручение правительству построить 1300 новых школ для миллиона детей и создать дополнительно 45 тысяч бюджетных мест в вузах. Владимир Путин озвучил свое послание Федеральному собранию. Подробнее остановлюсь на той части, которая касается поддержки семей, так главное. Во-первых, Владимир Путин предложил компенсировать родителям половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря этим летом. А если ваш ребенок меньше 7 лет, то вам полностью оплатят больничный по уходу за ребенком, вне зависимости от трудового стажа. Кроме того, Путин предложил помочь финансово и всем неполным семьям с детьми. С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Напомню, вот такую сумму будут получать одинокие родители ежемесячно, пока ребенку не исполнится 16 лет. Вот эта верхняя строчка. Поможет государству и беременным женщинам с низким уровнем дохода. В качестве поддержки такие женщины будут получать в среднем по стране 6350 рублей в месяц. И, пожалуй, одна из главных мер поддержки, ее смогут получить очень и очень многие, потому что на каждого школьника обещаны 10 тысяч рублей в конце августа для подготовки к новому учебному году. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Узнавайте дополнительную информацию на сайте госуслуги и в органах соцзащиты. Предположительно, единовременная выплата в 10 тысяч на школьников будет начисляться автоматически через системы пенсионного фонда, точно так же, как это было и с предыдущими выплатами.